Более 11 тысяч победителей уже выиграли превосходные призы в 680-м тираже «Ваше лото» 28 февраля 2015 года. Призовой фонд составил более 874 миллионов рублей. Как известно, каждый настоящий мужчина должен выполнить в своей жизни три вещи. Одну из них нашему новому победителю Андрею Шевченко выполнить точно удалось. В День защитников Отечества мы вручаем ему столичную квартиру. Объединив два замечательных события на предприятии, где работает Андрей Шевченко, творческая группа белорусских лотерей устроила праздничный концерт. В присутствии родных, друзей и коллег счастливчику вручили сертификат и ключи от столичной квартиры. Моя мама купила на предновогодний тираж билет. Можно так сказать, что это от нее нам подарок, моей семье. Первая эмоция просто неверие, с одной стороны. Я очень благодарен своей маме за столь чудесный подарок. Всем своим близким, друзьям, знакомым я желаю таких же выигрышей. Стоп, игра! Однокомнатная квартира. Я все равно еще не поверила. А потом, когда они сказали, выигрыш, билет приобретен в Мариной Горке, вот тут уже да. Я очень благодарна белорусской лотерее. Поздравлением присоединились сотрудники предприятия и артисты белорусской эстрады. Этот замечательный праздник белорусские лотереи организовали в честь Дня защитников Отечества. Мы поздравляем всех с праздником, желаем здоровья, счастья, любви и, конечно же, победы в игре «Ваше лото».